Это, в общем, наша Россия, мы должны все знать о нашей стране. В этом уверены туристы, которые впервые знакомятся с Чистополем, приезжают на теплоходах и на автобусах, чтобы лично увидеть его музей, старинные дома и все достопримечательности. Владимир Егоров – любитель отдыха на водном транспорте. Он профессор Московского университета, приезжает в Чистополь на теплоходе уже во второй раз. Приглянулся нам этот город, именно свой как бы спокойный город, где вот эти купеческие дома были приведены в порядок, и вот эту архитектуру не нарушала новостройки, которые сейчас вот страдают многие города. На пути маршрута Никольский собор и музей истории города – старейший и наиболее известный музей Татарстана. Для многих это возможность познакомиться с редкими коллекциями и увидеть своими глазами, как был устроен быт чистопольских купцов и обычных крестьян, как выглядели их одежды, украшения, каков был нрав. Мельников никогда велосипед не видел. Был просто наслышан, что есть в мире такое средство передвижения. И буквально его изобрел велосипед у нас в Чистополе в 1902 году. Чистополь, получивший статус государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника, привлекает любителей истории. За полгода здесь побывало более 30 тысяч туристов. Только в разгар этого летнего сезона Чистополь уже посетили 40 теплоходов. Еще 20 ожидается до середины сентября. Во время войны здесь были писатели, опять же, квартира Пастернака, ну, наиболее как известные, но и фактически ну, весь цвет, собственно, был здесь во время Великой Отечественной войны. Поэтому это тоже, я думаю, что сложил свой отпечаток на вот состояние города и любовь, видимо, горожан к своему городу.